чем дело, понимаешь, а? Была команда равнения на флаг. Глаза вы мои на ваш флаг не смотрели. А ты не смотри, Гена, ты зажмусь. Матросы и старшины, офицеры, адмиралы, сегодня мой друг Слободан Милошевич обратился ко мне, чтобы, значит, принять его в наш Белоруссий союз. О, я по этому поводу имел моего бывшего друга Билла по телефону. Ну, он же совсем, понимаешь, оборзел. Русского языка не понимает. О, поэтому приказываю сняться с якоря и взять курс на Адриатическое море. Вот это правильно, вот это верно, это правильно. Давно пора показать свое лицо, давно пора. Твое-то лицо лучше никому не показывать. Мы должны продемонстрировать силу. Никаких демонстраций. Это будет мирный военно-морской парад. Командовать парадом буду я. Рулить будет он. Ну, пока. А там посмотрим. Евгений Максимович, отдать эти, как их, швартовы. Борис Николаевич, уже все отдали, что могли. Больше ничего не осталось. Ну, тогда, значит, отдать концы. Отдать концы? Да, это мы можем. Не улетела. Так они нас совсем разорят своей войной. Да, вот нас и разоряют, а мы молчим. Ах, тут мы по ним из главного калибра. Главное не поддаваться на провокации, не давать себя втянуть в конфликт. Что я такого смешного сказал? Это не я. Слышите? И смех, говоря откровенно... женской. Свят, свят, свят. Так, точно. Баба. Даже две. Две? Чья каюта? Генерального артиллериста. А я думал, он уже это, отстрелялся. Котлы давно пора менять. Они по парадам шляются. Ой, что толку менять котлы, когда ходовые винты стерлись? Котлы, винты. Вы посмотрите, какими лопатами работают. Да хватит вам. А то вообще остановится все к чертовой матери. Это на палубе можно языком молоть, а здесь надо вкалывать, совершенно понятно. Стыд и срам. Ну ты что творишь? Женщина на корабле. Это ж, понимаешь, к несчастью. Вы совершенно правы. Одна женщина к несчастью, а две наоборот к счастью. Ох, давно мы никого брезентом не накрывали. За что? Где брезент, Борис Николаевич? В шкафу. Алло, Шамиль Басаль, Слободан Милошевич, говори громче. Тут не брезент, тут этот Виктор Степаныч. А, ну это так, на всякий случай. Ну, вдруг вы, Евгений Максимович, там, понимаешь, за борт упадете, а брезент под ним. Не надо меня под брезент. Разойдемся по-хорошему. Я заявление напишу. Не надо меня под брезент. Пожар! Обрадовался. Это на обед зовут. Можно я после обеда напишу? Что за черт? Извините за выражение. В борще черви. Кажется, я одного уже съел. Ой,
первый раз, что ли? Чем они нас кормят, гады? Сколько можно жрать гнилое мясо? Теоретически всю жизнь. Ну уж нет. Жизнь дается человеку один раз. И прожить ее надо не так, как хотят эти товарищи. Ты куда? Сейчас они у меня этим мясом подавятся.